создателя любимых фильмов твоей сестры в 80-х, и Криса Коламбуса, который не убил ни одного индейца, рождественская классика, которую крутит каждое Рождество по всем кабельным каналам уже 20 лет. 20? Боже, какой я старый! Один дома! Украшайте елку и зовите родных! Это семейный фильм о том, что нельзя сдаваться! Привет! Также самый жестокий детский фильм в истории кино. Наполовину подростковая сказка, наполовину фильм «Пила». В это Рождество вы окажетесь в самом белом районе Чикаго и познакомитесь с Макалистерами, худшей семьей в мире. Кевин, ты просто больной. Радуйтесь празднику, пока они коллективно измываются над 8-летним мальчонкой. Когда научишься стучать, подгузник? Ты ничего не умеешь. Смотри, что ты наделал, щенок. Вся семья ненавидит меня. А потом суют на чердак и покидают страну. Что еще мы могли забыть? Смотрите, как после долгих лет равнодушия и издевательств этот маленький мальчик превращается в классического социопата. Он манипулирует людьми. Извини. Говорит сам собой. Зубную щетку не нашел, так что придется ее купить. И погружает двух безобидных воришек в царство боли и страха, из которого нет выхода. Но черт подери, какой же он все-таки симпатяга! Знакомьтесь, мокрые бандиты. Это Марв с голосом рассказчика из сериала «Чудесные годы». Дети боятся темноты. И Гарри с голосом Джо Пеши, который пытается не материться в детском фильме. Смотрите, как эти неуклюжие идиоты грабят исключительно днем, носят перчатки без пальцев на ограбление и тупо зациклены на одном доме. А вот тот самый Марвин — главный приз. Доме, где есть только манекены и букеты молочая. Серьезно, здесь просто нечего красть. Укутайтесь потеплее и ощутите ностальгию по началу 90-х. Маленькие машинки, фигурки, Джонни Карсон, пленочные фотоаппараты, городские телефоны, автоответчики, авиаполеты без снимания ботинок и Макалей Калкин. Приготовьтесь растрогаться до слез, когда Кевин, который 3 дня сидел один дома, наконец воссоединяется со своей семьей. А потом опять остается один. Ах, этот неловкий момент. В ролях! Джо Пепси! Вышки! Маленький большой Пит, солист Аркет Файр, папа из фильма «Один дома», Игби сыт в кровать, Джаспер Бирдли, Джон где-то его видел, Басфит, бегущая мамочка и космический Джем, «Один дома». И, ребят, здесь всегда так цепляет. Я не плачу, это ты плачешь. 100 лет не звонил папе. Что такое большое красное у Деда Мороза? Нос. Нет, не нос. Не будете бухать? Бухать не буду. А как же традиция русского народа? Самое грустное — это то, что вы потом смонтируете. Интересный у вас формат, однако.